А что ты так ушла? А? Пакетик. Классно. Поставь. Там прозрачный еще здесь пакетик. Не лов сначала. Ты на прощание да, что-нибудь скажешь? Класс. Снимаешь туда? Конечно, снимаю. Блин, мне так неудобно. Где там стань, как будто это стол. Вниз спустись, или какой-нибудь камушек вот на тот. Че это? Давай откройся, я подойду. Лиза, отойди, пожалуйста. Че, не гоняет? Да ладно, что ты прикуриваешься? Не воняет же. Мне кажется, ты все на это. На это. Ой, ё! Че ты не чувствуешь, типа? А ты не чувствуешь? Нет. Да трупом пахнет каким-то. Да реально трупом. Я не чувствую, вообще не чувствую. Ты потом откроешь. Да ну нафиг. Да что они не воняют? Ну нагнись там понюхай. Да ладно, не воняет, просто ветер не в ту сторону. Фу. Че, воняет? Воняет, но не доблевать не. Ну вот видишь. Все это там эти придумали, наверное. Может, какой-то этот? Смягченный? Да какой он нахрен смягченный? Он реально воняет так, что мама родная. Да я нюхаю! Гнилой рыбы. Где-то с луком или что, я даже не знаю. Милеш, хочешь понюхать хотя бы? Ну пробуй. Это гнилой рыбы, блин. Не, я пробую. Маркуша не понравится. Вот теперь что ты понюхай. Иди понюхай, Лиза. Хочешь понюхать? Понюхай вблизи. Понюхай, что ты, давай, ты собирался, нюхай давай, я даже понюхала. Я пробовать не буду. Давай. Не, пробовать не буду однозначно. Гадалки не ходи. Вон мамука пускай попробует. Давай, что, попробуй. Но она на вкус не такая вонючая. Бля, дай мне сигарету понюхать. Иди хотя бы понюхай, Милеш. Ну просто будешь. Ну хочешь, я поднесу? Да а что с ним будет? Я поднесу. Ну как бы не скажешь, что прям совсем будет. Поднести? Дайте другие кусочки. Ну хотя бы, хоть запах хотя бы запомнишь. Это вообще, я даже близко не. Ну подойди, понюхай. Просто какая-то тухлая рыба. Вон перчатку понюхай. Мне кажется, прям доблевать не до такой вот. Не знаю, не хочу. Ну что, давай? Фу.
Что, давай? Я пробовать не буду. Почему? Да ты с ума сошел, она так воняет, она трупом пахнет. Она вкуснее на вкус, чем... Она просто воняет. Давай же. Она реально пиздец. Ты только воду попробовал, саму рыбку. Ну давай уже, раз взялся. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Не куси и выплюни. Да ну нафиг. Я не могу. Почему? Далее за хлебушком. Бля, не, надо. Ну так, что ты думаешь? Когда ты еще попробуешь? Давай, возьми себя в руки. Блядь, а это же у него там кишки, да, вот это вот. Это уже все убирается, мы с тобой смотрели. Да ни хрена там не убирается. Как она делается, мы же смотрели. А, да, там же все убирается. Бля, я не могу это есть. Дай мне мент. Где сила есть? Ты уже две рыбы выкинул, ну одну хоть надкуси. Давай третий раз. Фу, как она воняет. Ну же нафиг. Ну, спасибо. Давай. Ты же эстонский спецназ. Да ну нахер. Да не надо смотреть туда, еще хуже будет. Просто глаза закрой. Я хочу вот мясо просто. Ладно, Игорь. Ну я не могу так долго стоять близко. Ты можешь попробовать ее? Мне отойти надо. Ты был хорошим другом. Да, хорошо. Ну не выкидывай, только пожалуйста. Зачем? Ух! Надо брать ее теперь. Ну, в общем, я точно этого делать не буду. Однозначно. Даже приводнуть не могу. Ух! Видишь, опроснулся?